Сегодня мы построим Макдональдс с Грима с шейком. За 1 минуту, за 5 минут и за 10 минут. Такой типа Макдональдс нам такой звонит, говорит: «Эй, ребята, нам надо очень быстро построить свои магазины». Мы такие: «О, давайте за 1 минуту, и за 5, и за 10». Мы такие: «О, давайте». В общем, неважно. Ваши Макдональдсы мы будем оценивать. И тот, кто в конце этого видео в сумме наберет меньше всех очков, тот будет выть как волк. А надо построить Макдональдс или там Грима с шейком? Макдональдс с Грима с шейком. Как тебе такое? Сейчас вы будете строить постройки за 1 минуту. Вот здесь цифра 1. Как только она взлетит, начинайте строить. 1, 2, 3. Все. Время пошло. Осталось всего лишь 10 секунд, ребята, поспешите. 9, 8, 7. 30. А боже, ты что сделал? Уда! Не надо! В общем, время вышло, и сейчас мы посмотрим, что у вас получилось. Так, начнем с тебя, йогурт. Я, ориентируясь по какой-то картинке, случайно с интернета, я сделал вот такой очень элитный, очень-очень-очень дорогой магазинчик. Это выглядит довольно непривлекательно. Даже работников еще не завезли. Вот сотрудник уже здесь появился, видишь, он тебя пытается продать мне. Все участники оценили, у тебя 31 очко, йогурт, из 40. Это много, это немало. А где Макдональдс? Я с него пришел уже, вот. Напиточек взял. А, неплохо ты придумал, я даже сначала не понял. Ну дай хотя бы попить, что ли, попробовать. Дай. Моё, ух, всё. Ох. И йогурт выпил и взорвался. Я ставлю 10. Коктейль очень взрывной и хороший. Здесь всего лишь 29 очков, это уже поменьше, чем там. Кажись, возможно, очень даже возможно, что в конце именно ты будешь... как волк, короче. Ладно, пойдемте дальше. А тут нет Макдональдса снова. Эх. Это просто пустая оболочка. Вы что хотели? Так, ну здесь такая красивая упаковка с некрасивой, красивой штукой. Ну, в общем, я ставлю... Он маленький, так что я ставлю всего лишь 9. Чего так жестоко? Ух ты, жестокий. Он маленький слишком. Он обычного размера. А вдруг он невкусный? Вкусный. Здесь пока что больше всего очков, 36. Ну, в общем, Фабортал, я даже не думал, что ты наберешь больше всех очков, хотя там был такой крутой Макдональдс, который совсем не Макдональдс, ну ладно. И последний напиток. Но это выглядит гораздо лучше, чем у Фабортала, поэтому я поставлю 10. Все понятно. 32,5 очков у Агуши. В общем, смотрите, вот это набрало очков больше, чем вот это. Фабортал, у тебя 36 очков и 40, и это пока что самый больший... Сейчас вы будете строить постройки за 5 минут. Вы готовы? Да. Надеюсь, что на этот раз у вас у всех будет Макдональдс, Гримас Шейк, буква М и вообще что-то крутое. И время пошло. Всего лишь 5 минут, которые уже начались. Я космонавт. Пока ты там летаешь на летающей цифре 5, прошло уже 10 секунд. Время вышло, ребята. Какое время вышло? Нет никакого времени вообще. В смысле? Ребята, хоть... Вау, это просто шедевр, который я видел сегодня. Вы просто посмотрите на этот прекраснейший Макдональдс. Он выглядит прекрасно. Буква М под наклоном, немного длиннее, чуть-чуть короче. Это просто шедевр. Это вообще... Это лучшее, что я сегодня видел. Заходим сюда. Смотри, столики, стулики. Тут и Гримас Шейк, и бургер в подарок. Котлет, салатик. Еще там, смотри, типа... не долили соус. Подавай это мне. Вау, прекраснейший бургер. Прекраснейший шейк. Только не хватает одного лишь Гримаса. А, смотри, я буду есть бургер вместе с шейком. Потом... Как? В общем, этот Макдональдс мне очень понравился, потому что он выглядит как настоящий и был всего лишь сделан за 5 минут. Представляете, я ставлю 10 из 10. Тут прям твердая десятка. Почему бургер белый? Можно вопрос? Так это булочка такая, только свежая, понимаешь? Когда она бывает подгорелая, а бывает идеально испеченная. Бургер с сосисками? Нет, это лук репчатый. Тогда он вроде белый. Нет, лук репчатый, он розового цвета. Ты не видел? В магазине я беру белый почему-то. Вкусный. Ну, это другой лук, там бывает розовый лук, не знаю. Ладно, ты не на это смотри, ты посмотри на этот Макдональдс, на эту букву М, которая одна чуть-чуть палка, чуть-чуть длиннее другой, и что придает ему более стильность. Ладно. Какова твоя оценка? 8? Да ты быстро поставь 10. Вот так тогда. О, все, йогурт победил. И здесь
новый рекорд. 38 очков. Это пока что самое большое количество очков за сегодня. Да, ладно, пойдемте дальше. Это Ух Дональдс? Что? Я как-то его по-другому представлял. О, так это же прекрасно. Здесь кушаешь под открытым небом. Ничто тебе не угрожает. Здесь все прекрасно. Начинается дождь, и все хорошо. А град, если начнется град? Так это же прекрасно. Ух, на нас град летит. Ой-ой-ой. Ты мне бургер сломал! Это как бы... йогурт. Ну сколько? На этот раз здесь 34 очков, это много. Чтобы это Макдональдс твой за 5 минут? Что-то стрёмно как-то. А это что за буква М? Вот это да. Это качественное. Зато не ломается от первого касания. Внутри неплохо, в принципе. Здесь есть потолок красивый, три бургера и сами напитки. Как я взять? Сам беру. Ой, я с пола не ем. А вижу, стол находится в здании, а здание находится на земле. То есть ты ешь со земли. Вот вам бургер ваш, все. Так, ну бургер зачетный, да. Такой стандартный. Напитки тоже стандартные, все стандартное, поэтому ставлю стандартные 5 баллов. Самое главное, здесь свет есть и потолок красивый. А, ну туда, ладно, стандартные 10 баллов. 35 очков. И последний Макдональдс. Стоп, эти бургеры, они выглядят прекрасно. Сыр, котлетка, это прекрасно. А еще здесь рядом есть дорога, и мы типа с дороги такие приходим, такой, эй, дай нам бургер. А где сам Гримас Шейк? Не Гримас. У меня, короче, шейки закончились, бургеры есть, бургеры брать будете? Да, будем. Дай нам те бургеры, которые у тебя есть. Ой, еда! Мое! Ух, мое! Еда! А давайте захватим этот Макдональдс и будем сами продавать. Давай, давай. Все бургеры будут нашими. Вот вам все бургеры. Ладно, я уже поставил оценку 10. Агуша, на этот раз у тебя меньше всех очков. Сколько? 31,5. Все забудете строить Макдональдсы за 10 минут. Но это должно уже быть не просто Макдональдсы. Там уже 100% должен быть Гримас Шейк, сам Гримас и бургер. Так что понятно? Ага. Если не будет Гримаса, то я буду ставить 0 из 10. Учитывайте это. В смысле? Начинайте строить. 10 минут. Осталось уже 5 минут всего лишь. В смысле? Да ладно, я пролетел. 5 минут? Ребята, только 10 секунд прошли, я пролетел. Сейчас все становится довольно интересно, потому что у участников почти что одинаковое количество очков. Посмотрим, кто из них наберет меньше всего. Богатый вам, Тамарум. Время вышло. Что? Нет, дай больше. Да ладно, 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 я пошутил. У вас осталось еще целых 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 2. Так работает капитализм. Стоп, какой капитализм? Что? Время вышло, начнем с тебя. Почему здесь слишком много Гримас Шейков? Каждый хочет. Ту-ту-ту-ту. А мне нету Гримас Шейк. Смотри, тебе самый большой сейчас дам. Этот? Ой, что с ним? Что это? И это должно это... устрашать нас, да? Да, это же Гримас все-таки. Ладно, а это что, это мне же, да? Да. А мне что у него внутри? Если внутри напитка нет ничего, тогда это повлияет на мою оценку. Внутри напитка, напиток. Ну ладно. А что он такой стоит испуганный, типа такой, эй, что вам надо? Он тащил этот огромный Гримас Шейк 100 миллионов лет. И сейчас мы его выпили за 5 секунд. И его лицо такое. Да. Ладно, я в общем ставлю всего лишь 9 из 10. Ну все, я тебе даже Гримас подарил, а ты мне 9 ставишь. Ладно, я ставлю 10. Ура. Вот так вот, я... непростая жизнь, приходится всем 10 ставить. У тебя здесь 34 очка, в принципе, как и в прошлый раз, так что все, ничего интересного. Твой забивной Макдональдс? Знаешь, мне как-то за 5 минут, если честно, даже больше понравилось. Я занимался все это время этим замечательным, этим прелестным, этим вкусным бургером. Подожди, он реально прекрасный, эти булочки, они реально круглые, здесь есть лук. А помидоры, они реально как помидоры, типа по центру у них дырки. А лучок, это все замечательно. Мне кажется, ты знаешь, что строил? Ты строил не Макдональдс с Гримасом, а ты строил бургер с Макдональдсом. А вот замечательный еще. Гримас просто умиляется этому бургеру. Или мне. Как будто он надел курточку фиолетового цвета, и поэтому не видно его ручки, он очень милый. У такого Гримаса даже я бы купил вкусный бургер. И шейк его. А шейк тоже круглый. Ну, в общем, да. Тебе я ставлю опять 10. А может, поставь 11? Не могу. Какая табуретка красивая, обалдеть, вообще жестко. А, еда. Ну, у тебя 36 очков. Ладно, пойдемте дальше. Идемте к Агуфе. Вау, здесь, к сожалению, нет ни одной буквы М, и мы даже не поймем, что это...
Макдональдс. Ладно, ребята, я пошел во вкусно и точка. Во вкусно. Стоп, как это сказать? Во вкусно, во вкусно, вкусно. И точка. Вкусная точка. О, ладно, пойдемте. Тут на него напал огромный страшный Гримас. Уходи отсюда, Гримас огромный. Оттаскиваем его быстрее. Все, все, связываем ему руки. Связываем, вот. Связываем. Ладно, все, пойдемте уже в Макдональдс. Во вкусно и точка. О, вот это Гримас тут. Вот это да. Это самый милый Гримас. Он так улыбается, прямо хочется у него... Ну, знаешь, бургер у йогурта выглядел гораздо привлекательнее. Ну, у него... Ты посмотри просто на это. Он такой смотрит, такой... А вы что брать будете, мой Гримас Шейк? Ладно, давай нам накрой на стол на всех троих. А это вам так вам бургеры на... или шейки? Мне, смотри, пожалуйста, бургер. У тебя есть всего лишь 30 секунд, чтобы выполнить наш заказ. Если выполнишь, то мы все тебе поставим 10. Положи нам на стол 5 Гримас Шейков. Время пошло. 5? А мне нужно... Дайте мне 2 вопера. Я обычно, когда прихожу в ресторан быстрого питания, я беру 2 бургера. Мам. Ладно, йогурту тоже. Еще один бургер ему надо. Уже прошло половина времени. Давай. Ой, а что ты так быстро делает? Он уже 5 Гримас Шейков поставил. Вот, все, я успел. Ой, вкусненько. Ой. Мы обещали поставить 10, поэтому я уже поставил 10. 37 очков из 40 у тебя. Ладно. Здрасте. Здрасте. Тут Гримас стоит с Гримас Шейком. Да, это реклама. Ага. Заходим внутрь. Здесь у нас есть столики, на которых у нас кушают бургеры, Гримас Шейки и все, да? А, еще тут можно быть продавцом и продавать бургеры. 2 робоксера. Два робоксера съедают бургер. В общем, клевый Макдональдс. И смотрите, тут какая деревянная красивая обводка, как в настоящих магазинах, ресторанах. Поэтому я поставлю 10. Здесь 38 очков. Это столько же, сколько в прошлом раунде набрал максимальный балл. Ну, в общем, ладно. А сейчас самое интересное. Я посчитаю все очки и посмотрим, кто будет выйти как вол. Йогурт. В общем, у тебя 105 очков из 120. Это, наверное, много. Так, сейчас посмотрим, сколько у Небесного. У Небесного уже 97 очков из 120. Это уже поменьше. У Фау-портала. Тут рекордные 108 очков. И остался только Агуша. Ты видишь Небесного? Ты его обогнал всего лишь на 4 очка. И поэтому Небесному придется выйти как волк. Давай. Куда? Какой пока? Иди сюда. Ладно, все. На этом это видео заканчивается. Спасибо за участие Агуша и Йогурту, Небесному, Фа-порталу. И еще смотрите вот этот интересненький ролик. И, короче, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайк.